Вот, кстати, о разных случаях, о розыгрышах. Вот самый смешной, наверное, розыгрыш был в моей жизни, это когда я со своим другом, кстати, вам огромный привет от моего друга Льва, он вас помнит, любит. Вот. И, ну, мы по жизни много разыгрывали друг друга, и он меня, и я его. Вот. Но однажды я решил ему отомстить. Мы были в Германии, там в Берлине на фестивале, и купили одинаковые туфли. Но я взял и поменял ему, значит, два левых в коробку и завязал. Вот. У него 44-й, у меня 42-й. Думаю, завтра улетаем, прилетим в Москву, он начнет. Алло, вот у меня на одну ногу. А я скажу, у меня нормально, у меня и на левую, и на правую. Вот. Короче, летим в самолете. Лёва говорит, Володь, представляешь, немцы, законопослушные люди. И вот я вчера померил вечером туфли, оба на левую ногу, один 44, другой 42, Вова. Это счастье, что магазин был открыт, я пошел обменял. И теперь все мои друзья знают, что у меня на даче стоит коробка на такой полочке, и написано «От Лещенко на Вечно». Два правых.